Я пришел из сказки в этот дивный час, чтобы с Новым годом всех поздравить вас. Все знают, как зовут мою дочку? Карказы. Правильно, девочка, молодец. Карказы. Значит, все дружно, вместе кричим. 3, 4. Карказы! Это Виоленка. Еще разок. Будет ни забот и ни хлопот, пускай он снова придет нежданным, пускай он будет другом званым. Познакомьтесь, друзья, это доченька моя, с ней мы в тереме живем, вас зимой всех гости ждем. Ай-яй-яй, постарел ты, Кушбабай, все танцуешь и поешь, а гостей-то в дом не зовешь. Гости дорогие, проходите в дом, посмотрите, удивитесь, как мы с дочкой живем. Вот это наш волшебный стол, за которым мы читаем ваши письма. Вы успели написать нам письма? Нет, успели. Успели, да? Но если кто-то не успел, сейчас не огорчайтесь сразу сгоряча. Для вас, специально для таких, кто еще ничего не успевает, праздник у нас большой, еще, надеюсь, напишите. Но сейчас у вас есть такая возможность. Вот стоят перед вами волшебные дубы-шептуны. Маленькая бочка для маленьких желаний, средняя для средних желаний, большая для больших желаний. Шепчем и стесняемся. Надеюсь, вы не из «Газпрома»? Сейчас. У вас еще остались желания? Дорогие мои, это действительно моя кровать. Несмотря на что она маленькая, я же волшебник, могу клубочком свернуться, могу ее раздвинуть. Так что это для меня не проблема. Ну, а подсказка-то прямо ведь на глазах. Значит, Кыш-бабай, запомните, если к вам вдруг пришел Кыш-бабай в красном костюме, это подстава. В серебряном подстава, в золотом подстава. Кыш-бабай может прийти только к вам вот в таком костюме и в зеленом. Значит, запомните, Кыш-бабай имеет 2 цвета, синий и зеленый. Запомнили? Да. Каркозы белые и золотистые. Понятно. Теперь, Каркозы, значит, ты покажешь, где мы вечеруем. А вот за этим столом мы пьем чай и кушаем татарские национальные блюда. А как вы думаете, какие татарские национальные блюда вы знаете? Балет, чак-чак. Как? Еще? Чпичмак. Губадия. Правильно. Бурсак. Правильно. Декен. Правильно. А? Может, еще? Что ли? Правильно. Молодцы. Ну, это наши же земляки были большинство. Конечно, все пробовали, все знают. Я хотел вас спросить, а какое центральное блюдо на новогоднем татарском столе? Гусь. Правильно. Молодец. Так, кто не ел, не пробовал, вот у этой девчонки потом в цепь спешите.